Привет, мой дорогой друг и подписчик. Сегодня я печатаю для себя, а именно 4 холстяшки я буду натягивать на подрамник. Буду делать это красиво, потому как есть у меня некоторые фотографии с моего отдыха с супругой. Вот. И я хочу сделать красивые модульные темы. Вот. Смотрите, вот эти холсты напечатаны самым высоким качеством и в один проход. То есть головка принтера ездит в одну сторону при печати, во вторую просто возвращается. Как мы видим, никаких полос нет, не присутствует, и печать равномерная, выглядит прекрасно. Так, ну давайте так, вот по просьбам трудящихся снимаю видео, как я натягиваю холсты. Есть вот такой вот замечательный инструмент, плоскогубцы для натяжки холста. Вот, штуковина незаменимая, я ей пользуюсь и всех призываю пользоваться, потому как ничто так не натягивает, как вот эти вот щипчики. Вот, ну, извините за ракурс, штатив у меня на другой работе, не могу его оперативно забрать. Ну, расположили холст, примерно увидели, как мы его отцентровали, да? Вот, я его уже отцентровал, и, собственно, идет натяжка. Натяжка идет по центру точек. Первая точка. Здесь на этом этапе можно вручную подтягивать, ничего страшного. Первая точка. Раз. Края, соответственно, тянем. Два. Подтягиваем, выравниваем крест. Вот, в данный момент у меня много холста оказалось. В принципе, смотрите, то, о чем я говорил, по перекрытиям по 3 сантиметра достаточно. Значит, галерейная натяжка полностью перекрывает торец этого дела. Смотрим, какая штуковина у нас получается. Давайте вот, ну, вот под таким углом. Все отлично, то, что я и хотел. Напомню, это типа размер 38 на 38 сантиметров. Продолжаем натяжку. Теперь уже в ход идут вот такие щипчики. Краем дела поддеваем. Пробили. Второй край. Если вы видите, у щипчиков вот тут вот есть такой буртик, который упирается в подрамник. Это очень удобно. Придержали. Прибили. Точно так же тянем по параллелям. Хватаем за край холста. Извините, подтягиваем. Важную особенность нужно сказать. Не стоит сразу пробивать до края. Давайте так, должно быть видно вам. Не стоит сразу пробивать до края, вот сюда. Потому как здесь очень важный момент идет. Момент загиба. По загибам я тоже покажу. Вот. Подтягиваем холст. Далее пробиваем. Теперь другую сторону, перпендикуляр. Тоже уходим параллель. Подтягиваем.
сюда. Вот. На этом этапе что мы получаем? Вот такой вот натянутый холст. Он уже звенит, как барабан. Вот. Дело за малым. Дело за заворотами вот этих вот штуковин. Подтягиваем таким же образом этот угол. Угол подтянут. Пробиваем. Раз. Вот эту часть сейчас. Да, можно вот этими щипчиками для натяжки, ими можно хватать прям за краешек. Они, в принципе, довольно-таки удобно хватают этот холст. Вот. Подтягиваем прям сам край. Вот. И прибиваем воедино. Раз, два. Закончили скобы. Вот. Далее, думаю, не имеет смысла снимать. Я сейчас быстро все углы быстро загну. Ну, вот такая штука получена в идеале. Это размер 38 на 38 сантиметров. Соответственно, подрамник используется с буртиком. Внимание, натянут как барабан. Еще раз. Вот, теперь сзади. Вот.